Ну, сейчас я играю в Чехии, в команде Били тих же Либерец, город Либерец. И сегодня наша команда на первом месте в таблице в Чехии. Я думаю, команда играет очень хорошо, все довольны. И надеемся, что будем продолжать играть так через вообще полный сезон. Ну, конечно, я уже не хотел уже где-нибудь ходить уже по Европе, уже далеко от Словакии. Домой на машине мне 3,5 часа отсюда. Поэтому и полегче, и детям здесь в школу, этого не ходить. Старший сын в школу как играет, а младший в садик. Поэтому все семьи полегче так. Нет, нет, я уже... У меня физическое состояние очень хорошо. Я чувствую, как бы еще молодой был, но я уже в том году уже закончил как бы эту сборную, да, уже просто уже не хочу выступать. Я думаю, у нас очень хорошие молодые игроки, и им надо показывать хороший хоккей. Не поменял, нет, нет. Я уже хочу свое время отдать семье, да. У меня трое детей, поэтому надо стараться, да, и воспитать детей. Да, я постараюсь, хочу, конечно, после сезона всегда, когда время есть, постараюсь там на 4-5 дней, чтобы приехал. Ну, я думаю, есть у нас хорошие игроки, молодые игроки, которые играют и за океаном, и здесь, в Европе, но я думаю, им надо еще немножко времени, чтобы показали, чтобы набрали опыт, и все будет хорошо. Мало-мало, я только одну игру видел там на этом турнире, который играли в Финляндии, там с чехами проиграли, я думаю, на булиты, да. Но немножко смотрел, мне тяжело сказать, как там играли, поэтому я видел, можно там 15 минут игры России. Конечно, я смотрю. Конечно, смотрю все команды, в которые играл специально «Спартак», и я думаю, команда играет хорошо, и надеюсь, что они выйдут в плей-офф. Ну, те игры, которые я видел, «Спартак» играет очень такой жесткий хоккей, да, не говорю, чтобы всех убивали, но эта команда, рабочая команда, они работают и стараются каждую игру. Я думаю, тренер там завел хорошую дисциплину, систему, и я думаю, есть шанс, конечно, есть шанс, чтобы это попадали в плей-офф. Ну, я думаю, конечно, там ЦСКА играет хорошо, да. Ярик очень хорошо играет. Ну, я думаю, это тяжело сейчас сказать. Всегда там в плей-офф может быть какие-то травмы и помешать весь сезон. Поэтому есть всегда там 5-6 команд, которые могут выиграть. Ну, если честно, только там за словаками, да, там с Баранком, да, с Ружом, да, если из российских игроков, только с Никитом Шитовым где-то пропишем немного, но бывает, что пропишем там смс. Отлично. Бранко, скажи...